Ой, Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, что с моим телом происходит и что с печенью, спасибо. С вашим телом происходит вот что. У вас травма, вы инвалид. И за длительный период применения стероидных, нестероидных обезболивающих препаратов и так далее, у вас происходит развитие вторичных синдромов. Эти вторичные синдромы приводят вас к тому, что разрушается психика, разрушается тело, а вы страдаете от этого. Поэтому и происходит и разрушение психического состояния, появляется боль и так далее. Что вас может спасти, Андрей? Вы должны преодолеть, но не боль, а начинать преодолевать себя. Дело в том, что такая болезнь, как у вас, она вас захватила, и она уже есть вы, то есть вы уже танцуете на сковороде этой болезни много лет. И вам для того, чтобы начать преодолевать такую болезнь, необходимо сказать, что вы можете сделать что-то, что вам не нужно делать. Допустим, вы не можете там привстать. Каждый день должны работать над тем, чтобы привставать сильнее и сильнее. Почему? До какого-то момента вы должны справиться с тем, чтобы преодолеть. А вы не можете, потому что она вас захватила. Вот это преодолевание есть ваша задача. До момента, пока вы начнете и будете, делайте каждый день небольшое преодолевание. Делайте это 6-10 раз в день. Делайте, сцепляйте зубы, плохо, нехорошо, все падает, все болит, выкручивает, пролежни и так далее. Но все равно делайте преодолевание. Приподнимайте гирьку какую-то, приподнимайтесь на руке, приподнимайте шею, приподнимайте ногу. Приподнимайте, делайте это так, ненужное какое-то движение, которое вы можете делать, но делайте его больше. Вы таким образом сможете преодолеть. Сейчас болезнь легла на вас, она проникла в ваше сердце, проникла в ваше тело, проникает в ваше сознание, проникает в ваши ноги. Я очень хочу вас обнять, вот так болезнь вашу увидеть, как большого червя, и от вас вот так ногой ее оттолкнуть. А ну пошло отсюда.